с вашей дивизией, да? Да. Представьтесь, пожалуйста. Я, Южная Российская Федерация, Мельчаков Иван Васильевич. Пойдет с 7 июня 1995 года. Где служили? Понял. Служите где? Служу в городе Кострома, Федерация, воинская часть 71-211, 331-й парашютно-десантный полк. Звание? Звание гвардии 5. Вы знали, что вы находитесь незаконно на территории Украины? Догадывался, ну понял я, когда уже нас начали бомбить. А как попали на территорию Украины? Ехали колоннами, не по дороге, а по полям. Я даже не видел, где мы границу пересекли. Понятно, ну вы же знали, что вы едете на Украину? Знали. А цель? Ничего не говорили, просто сказали, что совершаем марш 70 км. Выход на 3 дня. Можно? Это ваш жетон, да? Это мой жетон, да. Представьте. Вооруженные силы России. СУ 108-012. Можно? Скажите, вот ваше личное мнение. Зачем вас сюда послали? Ну, личное мнение. Лично мне была бы моя воля, я вообще бы никуда не лез. Я считаю, Украина тоже независимая республика. Что если там есть какие-то проблемы, то пускай они внутри решаются. Сами. А посторонним влезать не надо. На вашей страничке ВКонтакте есть такая фраза. Меня в Ростов опять отправляют. На войду. На войну. Майдан мочить. Поеду в понедельник. Это вот здесь есть. Есть такая фраза? Это ваша? Да, моя. Можете ее прокомментировать? Комментировать? Как бы на тот момент нам ничего конкретного не сказали. Ходили только одни слухи. И все понимали, что это будет. Едем в Ростов. Посылка была то, что будет батальонно-тактические учения в Ростове проходить. Ну, а почему здесь Майдан мочит? Ну, как бы, стыдно даже говорить, просто хотел выпендриться перед другом, что ли. Поэтому написал такое. На тот момент мы не знали, нам говорили, что ну, по телевизору, да, вот, слухи так ходили у нас в России, что Бандера это зло, это ну, творит, что попало, а ополчение это хорошее. Но приехав сюда и попав в плен, нам все разъяснили, были глаза на правду, на истину, что оно как на самом деле происходит. Мы даже не знали, зачем мы едем. Мы ехали и все, просто заблудились, и вот нас вот стреляли с миномета, потом со стороны России по нам еще и град лупанул. Свои же? Россияне всем нам пудрят, ебут мозга. Так скажу. Что тут на самом деле все по-другому. Не так, как говорят по телевизору. И то, что мы простые пацаны, которым сказали, он сделал. Как пушечное мясо едем сюда. Не знаю зачем и почему. Сильно люблю маму, папу, брата, сестру, бабушку, дедушку, любимую дедушку Валерию. Которые так сейчас тяжело, а когда она знает, еще будет тяжелее. Командир могу лишь пожелать, чтобы они не скрывали от солдат, что и куда, а говорили. Потому что мы как слепые котята поехали,